Руководство банка Goldman Sachs даст возможность своим инвесторам напрямую вкладываться в биткоин. Goldman откроет для инвесторов новый рынок, что сделает его первой лидирующей фирмой на Уолл-стрит, открывшей доступ своим инвесторам к быстрорастущему рынку криптовалют. В ответ на интерес клиентов к цифровым валютам мы изучаем, как лучше всего обслуживать их в этом пространстве, отметил пресс-секретарь банка. Но несмотря на то, что эта новость может привести к быстрой легитимизации криптовалютного пространства, она также дает возможность государственным органам более пристально изучать криптомир, сообщает Cointelegraph. Так, федеральные резервные службы сказали, что они начали изучать криптовалюты тщательнее, а SEC уже издал нормативные правила относительно ICO.